15 февраля – день вывода советских войск из Афганистана. Это знаменательная дата, отмечена различными событиями в регионе. Ветеранов афганской войны приняли и акимы районов. Нурлан Медикенов из Тыскалы принимал участие в военной операции и был одним из казахстанских солдат, попавших в Афганистан. Ему было всего 18 лет, когда он из мирной жизни попал в одну из самых ожесточенных войн. Казахстанский батальон был добровольцев. Мы были там в составе казахстанского батальона в числе добровольцев. Проехали всю афганскую территорию. Я сам был в Кандагарской бригаде. Отслужил 2 года. Сейчас живу в Тыскалинском районе. Воинов-интернационалистов чествовали в каждом районе. Сегодня в Касталовском проживает 10 ветеранов афганской войны. Они способствуют воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма. Сегодня по району ветеранов афганской войны, в том числе и меня, поздравили наши земляки. Я очень благодарен за то, что и спустя долгое время они про нас не забывают. Хочу, чтобы в стране всегда был мир, были счастливы дети. Из Западно-Казахстанской области в афганской войне приняли участие 1500 человек, из них более 40 из Шангарлаусского района. В этот день жители собрались у памятника воинам-интернационалистам, почти в память погибших. Затем бойцов принял аким района и вручил им нагрудные знаки «Казахстан-патриоты» и «Тунгыш-Ардагер» от имени Республиканского общественного объединения «Союз ветеранов таджико-афганских пограничных и военных конфликтов». Для нас это большая честь иметь возможность участвовать в таких мероприятиях. Ничто не забыто. Особая благодарность акиму района Алие Бегазиевне за оказываемую нам поддержку. В Укюрдинском районе также чествовали ветеранов афганской войны. Проведен районный турнир «Бесасык» среди мужчин и женщин. Затем в Доме дружбы прошли встречи с ветеранами афганской войны. Молодые люди задавали вопросы ветеранам и посмотрели специально подготовленный видеоролик. Екатерина Шмидт, Айдос Кисимов, телеканал «Акжаик».